як стати президентом. Надо пойти в юридичку, вначале хорошо отучиться в школе с золотым дипломом, потом пойти в юридический университет и пойти на депутата. После депутата участвовать на выборах и проголосовать себя на разных плакатах и так далее. И, скорее всего, тебя выберут. Президентом? Ну, это чтобы делать все хорошо. Надо пытаться снизу вверх подняться, зарабатывать много, пойти на работу какую-то хорошую и зарабатывать, чтобы подняться на высь. Я думаю, что чтобы стать президентом, надо быть хорошим и умным, и ожидать от людей что-то хорошего. Надо сначала прорваться в политиков, потом надо... делать, чтобы тебя народ зауважал. Нельзя красть, чтобы ты заработал доверие народа. Вот тогда у тебя многие люди выберут, и ты станешь президентом. Надо только быть умным и рассчитывать, чтобы каждому хватало. Развиваться в государстве, чтобы ты стал известным человеком в политике и расти, и можно как-то дорасти до президента. Надо учиться многим языкам, надо математику учить, уметь хорошо читать, в общем, все хорошо знать, почти все. Сначала выплатить 1 миллион гривен государству, собрать свою кандидатуру, поддерживающих себя людей, с ними ездить по стране, говорить, какой хороший, и тебя выберут. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.